в этой партии я больше не слушаю Петю Андреева и загибаюсь сам. Да. Ну, примерно номер 3, может быть, в Блиц в России. Где-то так. Боюсь, что вам не удастся этого сделать. Так у нас уже была эта позиция. Глубокие теоретические разработки для Блица. Не, мне казалось, что у нас вообще-то у нас нормально в той позиции. Только надо быстрее. Я помню. Пойду так же. И вот тут надо думать, кем брать. Блин, не дают подумать. Вознамерился брать там конем. Но не получается. Это просто усиление, на самом деле, я думаю. Так, ну ладно, позиция, наверное, все нормально. Давайте возьмем коня. Есть еще конь c3, конь b5, какой-то странный перевод. Мне не нравится, что ферзь c5 в конце. Наберем. Но это в пулю. Да, но... А, ну вообще-то я записываю, так что вы можете смело так поступить. И, наверное... Да, тут должно быть лучше у белых, все-таки. Ферзь c6. Тоже ферзь c6. Толк от этих ходов. Что за бред? Почему я c5 не могу пойти, кто-нибудь объяснит? Именно поэтому. Он, кстати, зевнул. d4, ферзь c7. Ну нет, просто, скорее всего, он на c6 ферзь a7 зевнул. Ну да, но это все-таки в мою пользу изменение. c5 можно бить. Давай побьем. Нет, тут просто, на самом деле, сильно лучше у черных. Наверное. Ничего, но зевнул d4. Зевнул, точнее, ферзь a7 явно. Критически. Хитро. Партия не закончилась еще. Ну, Е4, видимо.
продавливаем. Успеваем, наверное. Хотя не факт. Он не проверяет. Ладно, тогда D3. Вернулись. Ну, не первый раз, не первый раз. Да нет, это все это видел. По крайней мере, тут всегда можно конь c6, конь a5 сыграть, и будет минимум ничья. Я не зевнул, я видел, что он теряется. Да я видел, что он теряется, угомонись. Не, ну я тут на самом деле посчитал, но просто не успел. Ну да, чуть-чуть.